Используя невиданные доселе конструкции под названием эхолеты, мы успешно начали создание почвенного покрова на Венере и Марсе и накапливали силы для перемещения на планеты дальних миров, как вдруг всему этому настал конец. Мы были втянуты в ужасную войну невообразимого ранее масштаба. На нас напали наши собственные создания, неосапианты. Расы искусственно созданных людей под предводительством Фейтона захватила власть на Венере, Марсе и Земле. Это лейтенант Джей Ти Марш, один из бойцов Эхофлота, командир небольшого отряда космолетчиков, посвятивших своей жизни делу освобождения человечества от власти неосапианов. Это мы, Эхо-Взвод.